Так, а это что открылось? Твердая рука. Время замедляется. А, они притормаживаются, типа, когда целишься. Больше урона. Давайте. Неплохо. Так, и что? И что? Где же наш Фендаль? Ну, где же Фендаль? Дом Фендала. А, уже открыто. Ну, не знаю, где он. Не знаю, совсем не знаю. 6:50. Ну что толку уже спать? Уже нету смысла. Так, а эти как поживают? Боги, неужто правда? На Вайтран напал дракон. Как нам, обычным людям, справиться с таким... Дом Хода и Гертру. Гертруд. Увижу имперца. Ралов. Сразу прикончу. Ну ты завис тут, Ралов, в гостях, слушай. Уже должен был давно свалить. Лук парей, вот он. Лук парей. Гоните уже его. И сиди. Тебе доброго дня, друг. Сидит да тут. Встретишь ты смерть. Фроднер, никто не поверит, что твоя собака это морозный паук. Да встретишь ты смерть с мечом в руках, да? Ладно, делать у вас тут нечего, пойдем. Проведали. Вот Фендаль. Деревенька у нас небольшая. Однако Фендаль. Держим и заботимся друг о друге. Фендаль меня интересует, куда он делся? Ну не тролль же тебя съел по дороге сюда. Я тебя прикрою. Ай, хорошо. Да странно, куда же он делся? Сохраняемся. Так. Так, мы Фендали не нашли, да? Фендали не нашли. Может, он не дошел до деревни? Это печально. Классный был дядька. У меня собственная лесопилка, и жалование я плачу приличное. Если тебе нужна работа, поговори с моим мужем Ходом. Спасибо. Так, Риверудский. А, 7:42, ну ты уже. Спасибо тебе большое за то. Ты на посту. В Риверудском торговце ты найдешь все, что тебе нужно. Да, немного того, немного сего. Так, я там что-то набрался, нет? Что-то набрался, что-то нет. А, мне нужно. Надо, наверное, у тебя забрать что-то. Я прямо за тобой. Продать. Я с радостью понесу я твою подумала, ношу. Я думаю, что нам стоит устроить большую распродажу. Снизить цены вдвое, может быть, пригласить жонглёров. Мы могли бы привлечь много новых покупателей. Так, ты не пользуешься этим луком, что ли? Железная стрела. Почему одна? Я тебе не давал.
Не было такого. Тогда пойдем. Так, у меня вес нормальный. Тогда пойдем. Тут где-то. Так, зайдем еще раз в таверну. Да, Фендель пропал. Пропал Фендель. Сказал, буду дома. Заходи, если что. И нету его. Погодка сегодня классная. Знаешь что? Я вообще-то обручена. Да на здоровье. Да и в мыслях не было. Ну нету Фенделя, ну. Ну что ты будешь делать? Куда ж делся друган закадычный? Классный был напарник. Так, я хотел проверить. Когда ты была дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Где-то я это уже слышал. Так. Серьезно? Конечно, серьезно. Раздобудем немного меха, веток, покрасим в белый цвет и прилепим к пеньку. Вот тебе и морозный паук. Фродно, никто не поверит, что твоя собака — это морозный паук. А даже если и поверят, то они просто убьют ее. Какой же это розыгрыш? Ах так, что ты тогда предлагаешь? Как насчет салок? Ты водишь. Вот этого... Чего тебе? Что-что? Послушай лучше моего сынка Свена. Он поет в таверне почти каждый вечер. Да вот нету твоего сынка, и Фенделя нету. Не ушли они куда-то, а? Вдвоем. А, о, Свен дрыхнет еще. Понятно. Вот Фенделя нету нигде в деревне. Странно. Ну да, женщина вон сама рубает. Где твой работник? Деревенька у нас небольшая. У меня собственная лесопилка. И жалование я плачу приличное. Если тебе нужна работа, поговори с моим мужем ходом. Куда Фенделя дели? Ну ладно. Так, вот здесь, на этом берегу, вот это, наверное, то дерево поваленное, в котором должно что-то лежать. Ну ты плюхнулся с таким звуком. Вот сразу погодка меняется, да? Ветер. Сейчас, наверное, снег войдет. А, вот сундук. Ничего себе. Такой незаметный. Такой незаметный прям. Аметист, золото. Крохотный, серебряный, медный. Нормально. Так, там вот этот домик, который я уже давно видел. Надо сходить посмотреть, что это. Какая гора большая. Так, эти плиточные такие столбики.
говорят о присутствии кого-то. Вражина. А, не могу никак попасть в нее. Да что такое, ну? Ты кто? Лесной эльф? А чё ты? Ну, лесной, шел бы лесом. Зачем нападаешь? Железная стрела, охотничий 15. Почему охотничий 15? Не понял. Эх, эльф, эльф. Так, оружие. У меня же был орочий лук 22. Оно поднимается из-за моего навыка? Или из-за чего? Орочий лук был 16. Охотничий не нужен тогда. Она, наверное, из-за опыта поднимается. Короче, лук 22, 10 единиц добавочных, это 32. Наверное, из-за моей стрельбы 40. А, ну вот это вот же оно добавляет. Луки наносят 60% больше урона. Это оно добавило, наверное, урон. Будем знать. Почему я не смог в нее попасть? А вот домик. Ты кто? Хижина Анис. Ну, вроде безобидная женщина. Просто бедная старушка. Не трать на меня. Старушка. Горноцвет. Старушка. Песня алхимиков. О. Алхимия повышается. Так, красть у бедной старушки не будем. Зайдем, посмотрим, что там у тебя. К нам так редко приходят гости. Вдруг что-то бесплатное есть. Переворожи 20 стоит. Крохотный. Подвал. В таком маленьком домике подвал. По виду всего ты какая-то алхимичка. Тут так одиноко. Анис. Непростая бабушка.